Итак, в эфире идет передача «Запорож вообразив». Нам рассказывают практику, которая будет. Будем издавать в июне месяце. Рената просит, чтобы мы ее сфотографировала. Но я ее заценю на камеру. Красотка. Кто-то лезет сверху с лестницы. Он ушел. Теперь опять дальше рассказывают. Я надеюсь, на то он тоже долго все услышит. Но как всегда, наверное, это все не поймет. Рената бегает, как идиот, со своим телефончиком, у которого нет вспышки. Ни хрена не видно. Но мой фотоаппарат, как всегда, не подведет. Вот опять мужчина, опять. Вот мужчина. Мужчина есть. Больше людей на запрос обращения нет. Девочки снимают друг друга, как всегда. Вот это начинается показуха, модельство. Оп, еще один мужчина. Их двое. Боже, мы не одни здесь, не одни на этой земле. Оу, их трое, трое. Трое мужчин. Что-то рассказывает, что-то показывает, какой-нибудь долбоёб. Не понимаю, что её снимает, но она дура полная. Ты дура, тебя снимаю я. А, снимаешь меня? Говори, говори. Здравствуйте, в эфире. В эфире Запорож вообразив. Что вы думаете, ваше первое место? Ваше первое мнение, о чем вы подумали, когда увидели этот Запорож вообразив? Я действительно не ожидала, что в нашей стране настолько развита химико-технологическая промышленность, особенно производство резольной смылы марки СВЖ-15. Я просто в восторге от того, как работает наш персонал. Премию, премию всем, премию! Каким цветом резольная смыла? Необыкновенная. Она прозрачно-коричневая. Она прозрачно-коричневая, она вкус, она просто изумительная. Что вы услышали из экскурсии, которую вам проводила женщина? Мы бежим.